эта вот удавка, она затягивается вокруг Израиля. Что сейчас народ здесь должны знать, должны почувствовать, куда они идут? Какой следующий шаг, чтобы, ну не знаю, было хорошо? Либо мы объединяемся, либо мы погибнем. Это понятно? Чего ты смотришь на меня? Это не я выбрал. Я тебе говорю только то, что происходит. Евреи 80 лет перед Холокостом тоже не думали, что так будет. Думали, ну все будет хорошо, ну война, ну ладно. Ну там немцы, ну может быть только относительно тех или этих. Но если я врач, с какой стати они возьмут меня, тронут. То есть этот народ, он настолько толстокож, он настолько непробиваем думает, что все будет хорошо. Я надеюсь, что они чему-то научатся все-таки. Так как народ Израиля может почувствовать? Или объединимся, или... Через распространение Акоки народ Израиля сможет почувствовать, что от него требуется только одно. Его ненавидят, и все его страдания только от того, что Творец пробуждает его. Тебе не поможет сказать: «Ай, все народы нас ненавидят». Сегодня ненавидит, завтра будет любить. Ты должен раскрыть правду. Творец в том состоянии, в котором мы находимся, ненавидит нас. Ну, потому что отсутствие подобия свойств называется ненавистью. И требует от нас объединения, потому что с помощью этого мы сможем присоединить к нему весь мир. И в этом заключается программа творения. И это мы должны сделать. Если нет, то будет, не дай Бог, мировая война, война Гога и Магога, новый Холокост, все что угодно может произойти. Мы уже прошли все. У тебя есть примеры всему.